vous avez peut-être pas fait attention, mais sur la carte, on a des points violets. Ce sont nos 5 centres de pressurage répartis sur toute la Champagne. Значит, смотрите, в связи с тем, что особенно мы делаем из красного винограда белое вино, то там, где мы собрали виноград, там его желательно сразу начинать обрабатывать, делать вино. И у них 5 разных центров, вот таких, как мы сейчас видим, где стоят прессы. Помните, я вам говорила, каждый пресс, это сколько килограммов? 4 тонны, да, 4 тысячи, да. И в итоге, в связи с тем, что они работают везде по всей Шампани, у них 5 вот таких центров, и мы с вами находимся в одном из них. Donc à chaque fois, ce qui nous permet d'être vraiment plus proche du vignoble pour presser rapidement les raisins après la cueillette. Цель – это быть как можно ближе к винограднику, чтобы виноград не перевозить. Виноград в это время уже начинает брожение. Donc ici à Vertus, c'est notre centre de pressurage le plus important. On a 5 pressoirs. 5 разных прессов. Et chaque pressoir peut contenir 8000 kilos de raisins. А, и здесь у них двойной получается. Одна половинка 4 тонны, и вторая половинка тоже 4 тонны. На 8 тонн рассчитан вот этот один пресс. Центрифуга? Нет, это мембрана, которая медленно раздувается. Donc au moment de la vendange, les raisins sont apportés dans la cour du pressoir qu'on a vu, ils sont pesés. Во дворе у нас складывается виноград, отбирается виноград, где мы были во дворе, и... On constitue donc ce qu'on appelle un mar, donc 8000 kilos. La contenance du pressoir. И они по 8000 килограмм собирают, 4000 сюда, 4000 сюда. Et on sépare en fait, vraiment on sépare les cépages, mais on sépare aussi en fonction de leur village d'origine. Не смешиваются сорта, это точно, и не смешивается уголок деревни, ну и как клюв, чтобы поняли, да, то есть здесь идет четкое разделение, никогда ничего не смешивается. Par exemple, les chardonnays de Vertu ne sont pas pressés avec les chardonnays du Ménil-sur-Auger. Значит, в той деревне, где ночевали, это Гран-Крю, никогда не будет смешиваться шардоне из деревни Гран-Крю, здесь шардоне из этой деревни, классификация другая, и вообще это традиционно неприемлемо. Donc, comme nous avons